Более 20 подземных переходов в Омске могут пострадать от паводка. Сейчас идет заготовка мешков с песком, повторно очищают дренажные системы, проверяют готовность насосов, которыми оборудованы переходы. Обещают закончить к 20 марта, чтобы и ранняя весна не застала врасплох. Впрочем, больше беспокойства у горожан вызывает безопасность мостов, особенно тех, что возводились одними из первых – Ленинградского, Комсомольского и Юбилейного. Именно к состоянию последнего возникает больше всего вопросов. Сейчас уже готова проектная документация для его ремонта. Летом она пройдет экспертизу, а за остальные сооружений переживать повода нет, уверяют чиновники. Мы в ежегодном режиме проводим инструментальное обследование собственными силами, с поверенными инструментами. При этом инструменты все, в том числе нивелир, ежегодно проверяем в госстандарте. Мостовые сооружения имеют разный процент износа, но критического износа ни на одном мостовом сооружении нет.